ночь на тачках. Я не понимаю, не холодно. Поэтому, вот, собственно говоря, посмотрим. Либо я там уже Аня забрала. Потому что я Ане еще типа сказал, что я заныкал голову. Поэтому посмотрим. Может, ее уже там и нету, я даже, а этого даже не знаю. Поэтому вот. Собственно говоря, посмотрим. Сходим, посмотрим. Фига, это у меня что на телефоне прям типа снега, короче. Нормально. Сейчас так чуть-чуть как будто. Идешь, короче, так видно, чуть-чуть какие-то хлопья. То ли снега летят, то ли чего, они такие типа не сильно. Их не сильно много, но они типа есть такие большие. Типа прям перед глазами пролетают. Я сегодня вообще мог в Красноярск, блин, поехать. На концерт Буды. Ага, он его перенес, типа, и в итоге я тоже не поехал. А там даже заявление, типа, писал, что вот, типа, сегодня не пойду на учебу и завтра. Ага, в итоге пришел. Гэнг-бэнг хоррор. Вот такой вот. Па-дун-та-дун-та. Типа, я могу вот так вот хрипеть. Таким вот голосом рибеть. Рибеть, тупо ей. Гэнг-бэнг. Тут вот колодец, короче, вот этот. Смотрите. То ли вот этот, то ли вот этот, он, короче, на днях открыт был. И там я видел, там мужчина, типа, на машине приехал, короче, такой. Тупо берет, короче, этот колодец, типа, ну, закрывает, как бы, чтобы там вдруг никто не провалился, там, еще чем-то, не дай боже. Вот.